Серьезная авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Октябрьская. В результате ДТП был снесен светофор. 8 октября в 9 часов 10 минут на улице Ленина и Октябрьская произошло столкновение двух транспортных средств – автомашины Kia и Ford. В результате столкновения автомашина Ford совершила наезд на столб линии электропередач, на которой висел светофорный объект. Ford Focus буквально протаранил опору, из-за чего она упала вместе со светофором. Сегодня столб линии электропередач заменили. Ведутся работы по установке нового регулятора движения. Водители обоих автомобилей, молодые люди 26 и 28 лет, получили черепно-мозговые травмы. Еще одно ДТП произошло на 4-м километре трассы Молотица-Кондракова. Volkswagen сбил идущую вдоль дороги пенсионерку. В результате 84-летняя женщина погибла на месте.